Вот, ну, давайте начинать, давайте знакомиться. Для тех, кто меня не знает, Николай, 32 года, любящий муж, отец троих детей, предприниматель, инвестор, да, то есть к чему я вам все это говорю? Потому что если у вас такой же вектор по жизни, да, то есть не секс, наркотики, рок-н-ролл, да, то есть, а все-таки семья, развитие, благополучие, да, то есть если вы немножко смотрите в будущее, то нам с вами по пути. Как говорится, подобное притягивает подобное. Я очень рад, что вы сегодня пришли на этот вебинар послушать про возможности, про которые я вам сегодня расскажу. Я много раз говорил уже о том, что люди делятся на два типа: скептики, которые ни во что не верят, во всем сомневаются, во всем ищут какой-то подвох, и люди, которые экспериментируют, постоянно что-то ищут. Так вот, первые никогда не добьются успеха в жизни, потому что они даже не придут на вебинар. Они выберут что-то другое, они... ерунда. Лохотрон, развод. Все, это не для меня, да, то есть эти люди сейчас все скорее смотрят телевизор и просто в свою голову впускают что-то отвратное, что точно не развивает их, а все скорее эти люди дальше продолжают деградировать, потому что человек находится обычно в двух стадиях, либо он деградирует, либо развивается, да, то есть по-другому никак. Вы же пришли сегодня послушать про возможности, значит, вы экспериментаторы, значит, вы ищете для себя какую-то возможность реализоваться, реализоваться финансово, закрыть свои кредиты, долги, да, то есть, и именно про это сегодня мы с вами будем говорить. И это очень правильный путь, да, то есть открывать дверь за дверью в надежде на то, что рано или поздно за одной из этих дверей будет тот самый инструмент, та самая компания, та самая возможность, за которую вы ухватитесь, и эта возможность кардинально изменит вашу жизнь. Так вот, друзья мои, сегодня вы приоткрываете эту дверь, и я вам буду рассказывать про те возможности, которые у нас с вами есть. Мы впервые запускаем маркетинг на рынке, аналогов которому нету, никто до нас подобный маркетинг не запускал. Этот маркетинг работает в связке с нашим другим маркетингом, в котором у нас есть автобонус, и можно зарабатывать неприлично много. Вот. Но прежде чем я вам расскажу про эту связку, да, то есть маркетинг Dream Team и Big Money Club, я вам хочу рассказать немножко про другую связку. Начнем немножечко издалека. Мы с вами говорим вообще про доходные связки, да, то есть доходные связки. Это значит, что это связка, где есть доход, где можно заработать, логично, соответственно. И самое главное, заработать максимально честно, экологично, да, то есть и без рисков. Вот это самое важное, без рисков. Потому что в интернете огромное количество различных хайпов, финансовых пирамид, да, то есть каких-то однодневных проектов и так далее. То есть мы немножечко не про это. А все наши маркетинги, они основаны исключительно на математике, да, то есть все можно прочитать, все логически, все понятно, да, то есть и царица всех наук, говорит нам о том, что, ну, все четко, без финансовой нагрузки какой-то. Так вот, прежде чем мы с вами поговорим про первую доходную связку, это Dream Team Big Money Club, я хочу с вами поговорить немножко про другую связку. Это партнерский бизнес, да, то есть MLM, как мы еще называем, да, то есть и это криптовалюта. Это первая связка, которая будет вас встречать. Это связка, которая заложена фундаментом, в том бизнесе, про который мы сегодня будем с вами рассказывать. Что такое сетевой бизнес? Сетевой бизнес – это бизнес, который сейчас будет очень сильно развиваться. Сейчас эра сетевого бизнеса. Почему? Потому что приходят нейросети, которые, по сути, будут убивать огромную часть профессий на рынке, и большинство профессий просто будут не нужны, чтобы вы понимали. То есть уже копирайтеры, дизайнеры, кто у нас там еще, люди, которые переводят текст, да, то есть дикторы, уже много профессий на самом деле не нужны, потому что нейросети делают все это быстро, моментально и могут это делать 24 на 7. Соответственно, и зачастую они бесплатные, понимаете? Поэтому важно понимать, что много профессий сейчас уйдет с рынка. И какой выбор у людей? Дополнительное образование, пока вы там будете учиться 3-5 лет, да, то есть и в конечном итоге будете платить за это образование, поверьте мне, нейросети придут и в эту нишу, да, то есть и в конечном итоге и она будет не нужна. Идти на фриланс, да, то есть какую-то экспертность показывать, да, то есть то, что вы можете, но смысл в том, что все люди пойдут на фриланс и рынок труда будет падать, да, то есть и в конечном итоге там не будет невозможность заработать деньги. Понимаете? Поэтому сейчас сетевой бизнес будет новая эра, свежий глоток воздуха. Я не знаю, сейчас будет бум просто сетевого бизнеса, потому что других вариантов просто нет. Понимаете? Просто вот других вариантов просто нет. Что такое сетевой бизнес? Понимаете? То есть вы должны понять одну простую вещь, в чем заключается сетевой бизнес. Вот у компании есть продукт обязательно. То есть когда мы говорим про сетевой бизнес, должен быть продукт. Продукт должен быть супер качественный. Если продукта нет, и просто перекладываются деньги из кармана в карман, то это финансовая пирамида, хайп, называйте как угодно.
Если продукта нет, это обман. Даже не смотрите в ту сторону. Продукт должен обязательно быть. Соответственно, у компании есть какой-то супер классный продукт, и у компании есть выбор. Развивать это стандартным путем, это реклама, реклама у блогеров, реклама на телевидении, на радио, билборды, выкупать еще что-то. То есть это классический путь, когда предприниматель берет свой продукт, идет классическим путем и все деньги кладет себе. То есть и риски тоже перекладывает исключительно на себя. Да, то есть, когда зашла реклама, не зашла реклама, тебе нужен отдел продаж, тебе нужен менеджеры по продажам, постоянно усиливаться, увеличивать штат, раздувать штат и так далее. И ты несешь большие расходы. Есть второй путь, когда компания идет по пути сетевого бизнеса. То есть, она говорит о том, что самая лучшая реклама – это сарафанное радио. Зачем нам платить деньги какому-то Нагиеву за рекламу, за минутный ролик отдавать кучу миллионов, да, то есть давайте мы эту кучу миллионов отдадим обычным людям, обычной маме в декрете, обычной пенсионерке, обычному студенту за то, что он порекомендует наш продукт. Если ему нравится наш продукт, он порекомендует, да, то есть и мы дадим возможность ему зарабатывать, понимаете? Вот в этом плане сетевой бизнес, он супер классный. И у нас самый лучший продукт, потому что самый лучший продукт – это тот, который вас развивает. Понимаете, вот вы возьмете самых богатых людей мира и спросите, во что лучше всего инвестировать, да, то есть свои деньги. И они вам скажут, что самая лучшая инвестиция – инвестиция в себя. Поэтому у нас цифровой продукт, да, то есть мы взяли инфобизнес весь, да, то есть и наложили на него сетевой бизнес. И наш продукт, по сути, вас постоянно будет развивать. И вот это самый кайф. Плюс цифровой продукт позволяет нам выплачивать до 100% сеть. То есть еще раз, сетевой бизнес – это возможность сделать рестарт своей жизни, где с каждым партнером, с каждым клиентом вы увеличиваете свой доход и расширяете свою сеть, понимаете? То есть представьте себе, что у вас есть готовый бизнес под ключ, по сути сетевой бизнес – это готовый бизнес под ключ. Вам не нужно платить зарплаты, платить налоги, вам ничего этого не нужно делать. Вы получаете готовый бизнес под ключ. И все, что вам нужно, это либо искать клиентов, да, то есть которые будут пользоваться этим продуктом, либо искать партнеров, которые будут дальше развивать эту сеть по всему миру, и вы будете создавать товарооборот. С этого товарооборота вы будете иметь свой процент. До 100%, понимаете? То есть представьте себе, что вы сделали, там, я не знаю, оборот $1000, да, то есть из этой $1000 вы забрали себе там $600-$700. Но вы сделали этот оборот не один, вы сделали этот оборот с командой, да, то есть где-то клиент пришел на продукт, где-то партнер пришел. Но в конечном итоге каждый партнер, он становится вашим франчайзи, который работает на свой собственный бизнес и на ваш бизнес в том числе. Да, то есть вот это логично понятно. То есть сетевой бизнес – это способ продвижения бизнеса за счет сарафанного радио, да, то есть где партнеры получают прибыль за то, что рекомендуют тот или иной продукт. Я надеюсь, это понятно. Криптовалюта, да, то есть мы говорим с вами про связку сетевой бизнес и крипта. Сетевой бизнес для чего нужен? Для того, чтобы заработать и сохранить деньги. То есть в чем заключается финансовая грамотность? В том, чтобы заработать деньги, сохранить деньги и приумножить деньги. С помощью сетевого бизнеса вы можете очень легко заработать свой первый капитал. Да, то есть капитал – это вот эта разница между расходами и доходами. То есть очень важно, финансово грамотные люди всегда следят за своими расходами, всегда контролируют свои доходы. И финансово грамотные люди всегда работают над увеличением своего дохода. Чтобы, представьте себе, то есть большинство людей финансово безграмотных – это бедные люди, потому что у них прежде всего мышление бедное. Во-первых, инфляция там каждый месяц там, каждый месяц инфляция, то есть в течение года там 10-20% инфляция, да, то есть, допустим, в России сейчас потребительская инфляция порядка 20%, да, ключевая ставка на уровне там 16-17%. В Америке сейчас в долларе инфляция порядка 9%, представьте себе. Ну, то есть это значит, что если ваша зарплата не выросла там на 10-20%, это значит, что в этом году вы стали беднее. Если в следующем году ваша зарплата не вырастет на 10-15%, вы станете беднее. То есть каждым разом люди становятся беднее. Плюс накладывают на это еще кредиты, да, то есть хорошо сейчас, плохо потом. Нужно купить телефон, возьмем в кредит. Нужно купить машину, возьмем в кредит. Квартиру в кредит, отпуск в кредит, да, то есть в конечном итоге наберут кредитов, а потом платят проценты по кредиту, но платят чем? Не деньгами. Платят своим временем, которое придется отработать на нелюбимой работе, да, то есть продавая свое время за бесплатно, за проценты по кредиту, отдавая самый главный ресурс своей жизни, вместо того, чтобы тратить этот ресурс на себя, свою семью. Понимаете, о чем я? Поэтому финансово грамотные люди всегда следят за тем, чтобы у них каждый год рос их доход.
Почему я и говорю, что люди, экспериментаторы, да, то есть, которые постоянно что-то ищут, какие-то возможности, ищут для чего? Для того, чтобы увеличивать свой доход ежемесячно, работать над своим доходом. Какие-то дополнительные источники дохода, да, то есть, которые помогут им заработать чуть больше. При этом они контролируют свои расходы. И вот эта разница между доходом и расходом, это дельта, да, то есть, которая формирует ваш капитал. И в конечном итоге вы заставляете этот капитал работать на себя. Вы не работаете всю свою жизнь ради денег, а деньги заставляете работать на себя. Все очень просто. Так вот, когда вы с помощью сетевого бизнеса можете легко заработать и даже сможете сохранить эти деньги, их где-то нужно приумножать. Вариантов на самом деле очень много. Вы можете недвижимость, банковские депозиты, я не знаю, ну банковские депозиты всего скорее, наверное, только для того, чтобы отбить инфляцию. Акции, облигации, я не знаю, доходные автомобили, все что угодно. То есть способов, куда инвестировать деньги, очень много. Да, то есть чтобы вы уже могли формировать свой пассивный доход и потом жить просто на дивиденды. Так вот, друзья мои, нужно понимать, в какое время мы с вами живем. Когда я говорил о том, что приходят нейросети, да, то есть на смену людям, и будущее за нейросетями, а также я вам могу сказать, что будущее за криптовалютами. И сейчас то время, когда люди становятся очень быстро неприлично богатыми за счет криптовалют. Потому что приходит новая эра, эра криптовалют. И это возможность, которую вы не имеете права упускать. Понимаете? То есть криптовалюта может очень быстро бустить ваш капитал. Если вы знаете, в какую монету заходить, что стоит за этой монетой, какая команда, какая технология, почему эта монета вырастет. Если мы говорим про настоящий фундаментальный криптовалютный бизнес, да, то есть, ну, потому что это в любом случае бизнес, команда создает продукт, да, то есть сервисы, которыми пользуются люди. Вот, и дальше уже эта технология развивается и растет, и становится все дороже и дороже. Так вот, если вы знаете, в какую монету заходить, и которая может дать большое количество иксов, то вам очень сильно повезло. Я вам хочу просто сейчас показать некоторые примеры, чтобы вы понимали, о чем я вообще говорю. У нас с вами есть топ криптовалют. Я думаю, что вы слышали про монету биткоин, и каждый из вас мог вернуться, да, то есть хотел бы вернуться, наверное, в 2011 год и купить эту монету. Давайте мы вот за все время посмотрим. За все время. В 2011 году вы могли купить ее за $1. То есть за $1 сейчас $46,000. То есть вы могли 46 тысяч раз увеличить свой капитал. То есть представьте себе в 46 тысяч раз. Так, слишком светло, да? Сейчас я постараюсь сделать, чтобы не так светло было, друзья. Вот так вот. В 46 тысяч раз, 46 тысяч раз вы могли увеличить свой капитал. То есть представьте себе $25, которые вы потратили бы в 2011 году, сейчас превратились бы в $1 миллион. Здорово, здорово. Вы скажете, ну 2011 год долго, долго. Пожалуйста, монета Ethereum, которую сделал российский программист Виталик Бутерин. И в 2016 году вы могли купить по $1. То есть по $1 вы могли купить монету Ethereum в 2016 году. И сейчас 250 потраченных долларов в 2016 году, принесли бы вам сейчас $1 миллион. То есть представьте себе, вы купили актива на $250, сейчас у вас был бы $1 миллион. Вы скажете, 2016 год долго. Скажу, окей, спускаемся ниже, и, пожалуйста, монета BNB. И в 2020 году, да, то есть, пожалуйста, в 2019-2020 году вы могли ее купить там, да, то есть также по местами, ну даже 2018 год, пускай, 2018 год вы могли ее купить за 10 центов. То есть за 10 центов и сейчас вы бы словили 3000 иксов. То есть вот на текущий день, купив в 2018 году по 10 центов, это 3000 иксов. Понимаете, в 3000 раз вы бы увеличили депозит. И, ну, это сумасшедшие цифры, понимаете, сумасшедшие цифры. Это уже не 11 год, это уже не 16-й год, это 18-й год. Вы скажете, долго. Я скажу, окей. Вот, пожалуйста, монета Solana. Монета Solana. И вот пример Solana. Да, то есть это тоже блокчейн. В 2020 году, в 2020 году вы могли купить по $1. И в середине 2021 года продать уже по 100, по $250. То есть за 6 месяцев, вы бы приумножили свой капитал в 250 раз. В 250 раз за полгода, за 6 месяцев 250 раз. Пожалуйста, смотрите, монета Ethereum в октябре, смотрите, какой прикол. В октябрь
Да, то есть, ну давайте вот мы берем октябрь. 14 октября. 14 октября вы могли купить по 20 долларов. То есть, представьте себе, 14 октября, ноябрь, декабрь. Сейчас у нас середина января. За 3 месяца, вот за 3 месяца 5 иксов в 5 раз. То есть ваша 1000 долларов превратилась бы в 5000 долларов. 10 тысяч долларов, 50 тысяч долларов. За 3 месяца. За 3 месяца 5 иксов. 500%. Такую доходность не даст ни недвижимость, ни банковский депозит, ничто не даст такую доходность, понимаете? Почему я говорю, что криптовалюта может бустить капитал очень быстро, да, то есть приумножать ваши деньги очень быстро, понимаете? Криптовалюта позволяет вам зарабатывать неприлично много, приумножая ваши усилия, скажем так. Вот пример. Вот в октябре я все время делаю презентацию и говорю, вот посмотрите там Solana, Solana, Solana. А вот что Solana-то, понимаете? То есть вот по 20 долларов купили в октябре, сейчас 100 долларов. 5 раз, 500% за 3 месяца. За 3 месяца. И у нас есть монета. Среди всех топов есть монета, которая не выросла вообще практически никак. Монета Тонкоин. Это официальная монета Телеграма, которая появилась в 2021 году по цене 50 центов. Сейчас монета стоит 2 с небольшим доллара, соответственно, 2 доллара 24 цента. И вы должны понять, что эта монета выросла там в 4,5 раза. Это вообще ничего. Вообще ничего. Когда другие монеты дают сотни, тысячи и десятки тысяч иксов. То есть все монеты из топ-100 дали сотни и тысячи иксов. Кроме одной. Кроме одной. Это монеты Тонкоин. Это официальная монета Telegram, которую создал Павел Дуров, основатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram. Сейчас эта монета активно внедряется в сам Telegram. И вы внутри Telegram можете, соответственно, сейчас, на текущий момент, вы можете, есть появилась такая возможность, кошелек. Вы можете здесь покупать криптовалюту, продавать криптовалюту, да, то есть отправлять другим людям криптовалюту. Вы можете покупать ее через P2P, вы можете ее покупать с банковской карты, да, то есть, пожалуйста, нет проблем. Вы можете покупать абсолютно, да, то есть, ну, с любых кошельков, скажем так. То есть тонкоины, доллары, пожалуйста, все что угодно. Через P2P отправлять, покупать, продавать. То есть сейчас активно, да, то есть внедряют технологию блокчейна в Telegram. К чему я вам все это говорю? Понятно, что нужны деньги для того, чтобы купить ту или иную криптовалюту. Да, то есть классно бы сейчас иметь 10 тысяч тонкоинов. Потому что по текущему курсу это 24 доллара. Но когда монета вырастет, это может быть миллион долларов, понимаете? 10 тысяч долларов в тонкоине сегодня, это всего лишь 24 тысячи долларов. Но завтра это может быть миллион долларов, понимаете? Потому что монета растет. Так вот, на наших маркетингах мы с вами зарабатываем не рубли, не доллары, не евро, а зарабатываем тонкоины. Тонкоин в моменте вы можете продать и обменять на любую валюту. То есть вы можете, вот вам нужны вот сегодня деньги, обменяйте на доллары. Вам нужны сегодня рубли, обменяйте на рубли, нет проблем. То есть мы зарабатываем с вами криптовалюту Тонкоин, которую вы в любой момент можете обменять. Но лучше всего не обменивать, а сохранять и ждать, когда монета приумножится. Почему? Почему мы зарабатываем именно в Тонкоине? Потому что у Тонкоина есть потенциал роста. Потому что если мы будем с вами зарабатывать рубль, какой у него потенциал? Инфляция 15%. То есть с каждым годом рубль обесценивается на 15%, на 10%. Какой потенциал в долларе? Сейчас инфляция 9%. То есть с каждым годом доллар обесценивается на 9%. Понимаете? Покупательская способность этой валюты падает. То есть она дешевеет. Понимаете? Какая покупательская способность тонкоина? Она только растет. Даже если бы вы в 2021 году купили бы по 50 центов, сейчас она бы приумножилась уже в 4,5 раза. На 450% выросла бы. То есть ваш депозит бы вырос уже, понимаете? Но мы говорим с вами про то, что эта монета даст еще в ближайшее время десятки, сотни иксов. У нас с вами появилась машина времени. Мы можем вернуться с вами в прошлое, купить биткоины в 2011, купить эфириум в 2016, купить BNB в 2018. Сейчас, в 2024, мы с вами можем не купить. Заработать.
Потому что в наших маркетингах вы зарабатываете. Вы можете зарабатывать неприлично много. Вас никто не ограничивает. Лишь ограничивает ваш голод. Насколько вы голодны до возможностей, до денег и так далее. То есть вы сможете максимально честно, максимально экологично зарабатывать неприличное количество тонкоинов каждый день. Зарабатывать, выводить. Вы можете эту монету тонкоин хранить у себя. Вы можете ее обменивать абсолютно в любую валюту, в которую вы хотите. Я надеюсь, это понятно. То есть поэтому наша первая связка, которая лежит фундаментом, это сетевой бизнес и это криптовалюта, где вы с помощью сетевого бизнеса выстраиваете сеть, привлекаете клиентов-партнеров, да, то есть при этом с возможностью получать в будущем пассивный доход, когда однажды проделанная вами работа превращается в пассивный остаточный доход. Соответственно, и криптовалюта, вы зарабатываете крипту, которая может в конечном итоге вырасти и вырасти очень сильно. Я надеюсь, это понятно. Хорошо? Сейчас мы с вами переходим к другой связке. То есть у нас с вами есть другая связка. Маркетинг Dream Team и Big Money Club. Да, то есть, но прежде чем мы начнем с вами про, говорить про эту доходную связку, я вам хочу показать нашу платформу, на которой мы с вами будем работать и какой продукт у нас есть. Очень коротко, чтобы вы понимали, что продукт действительно качественный, крутой, да, то есть и вам не стыдно будет приглашать партнеров в этот бизнес, окей? Итак, очень быстро провожу вам экскурсию. Итак, у нас с вами есть личный кабинет, вот так вот он выглядит. Платформа, в которую вложено большое количество денег, да, то есть здесь у нас дашборд. У нас есть продукт, да, то есть академия. Видите, платформа сразу же подсказывает, что я могу упустить прибыль, да, то есть и говорит о том, что забронируй, потому что ты можешь упустить прибыль. Платформа тебе сама всегда подсказывает, да, то есть что ты должен сделать, чтобы не упустить прибыль. То есть у нас всегда, даже если твои партнеры, да, скажем так, франчайзи, да, то есть будут тебя обгонять где-то в маркетинге, система всегда тебе даст время, чтобы сбалансировать, чтобы ты успел не упустить прибыль, да, то есть корректировать свои действия. То есть платформа максимально умная, всегда подсказывает. У нас с вами есть платформа, на которой мы выкладываем курсы. Каждый месяц мы выкладываем по 1-2 курса. В этот месяц мы уже выложили классный курс «Технология мягких партнерских продаж», то есть обучаем людей продажам, самопрезентациям, криптовалютам, рилсам, импровизации, искусственному интеллекту. NLP, финансовая грамотность, курсы абсолютно на любой вкус. Абсолютно на любой вкус, под разную аудиторию. И в 2024 году, я не знаю, но у нас как минимум удвоится количество курсов. Но чтобы вы понимали, все эти курсы записаны максимально профессионалами, в профессиональных студиях, да, то есть это не просто какие-то курсы, которые там, знаете, там раз-два, там, да, то есть это курсы, которые записаны в профессиональной студии, да, то есть с дополнительным каким-то контентом. Вот, короче, все супер профессионально. Также у нас есть обучение от Александра Бека, да, то есть мы купили его за 1,5 миллиона рублей буквально недавно. Обучение от новичка до профессионала в области MLM. Это модуль распаковки, алгоритмы работы социальных сетей, модуль прогрева, модуль продаж, соответственно, и запуск работы с командой и источники трафика. То есть обучение от новичка до профессионала, 100 уроков, наша Академия MLM, мощнейший инструмент. Также у нас есть собственные сервисы, которые мы сами разрабатываем, да, то есть какие-то партнерские берем. Но в 2024 году у нас также появится большое количество разных сервисов. Это и конструктор лендингов, и конструктор визиток, и наш собственный искусственный интеллект по созданию картинок, и автоматизация ВКонтакте, телеграм-ботов, телеграм-бот, VPN, рестримы и так далее. То есть и в этом году, в 2024, у нас и усилятся сервисы, да, то есть мы будем постоянно их улучшать и увеличится количество сервисов. Также у нас проходят розыгрыши лотереи, да, то есть постоянно разыгрываем какие-то деньги, подарки ценные. Занимаемся благотворительностью, если у нас есть партнеры, которые хотят сделать какую-то благотворительность, да, то есть в своем городе, в своем регионе, то, пожалуйста, да, то есть если вы инициативны и готовы организовать что-то, мы под это с удовольствием выделим деньги, потому что для нас социальная нагрузка, она очень важна, да, то есть мы за то, чтобы партнеры по всему миру все больше и больше делали каких-то классных, помогали, в общем, людям, которые нуждаются в этом. Помимо этого, мы сейчас в 2024 году как минимум посетим 5 разных стран вместе с сообществом. Это будет Турция, Дубай, Грузия, Армения, Казахстан. В эти 5 стран мы приедем с партнерами, да, то есть с теми, кто будет максимально активен в рамках наших маркетингов, да, то есть и, соответственно, будем вместе путешествовать. Мы давно хотели этого, и наконец-то у нас это с вами получится, да, то есть это очень важно не только онлайн строить бизнес, но и офлайн. Вот. Теперь мы с вами переходим к
к нашей связке Marketing Dream Team Big Money Club. Вот. Я надеюсь, вы увидели продукт. Вот. Сервисы, академия, все это вы можете перепродавать в рамках партнерских программ маркетинга Dream Team и маркетинга Big Money Club. Итак, с чего начнем? Давайте начнем, наверное, с маркетинга Dream Team. Сегодня у нас с вами не будет презентации Big Money Club. Может быть, я быстренько пробегусь. Посмотрим, да, то есть, может быть, не буду пробегаться. Так, Dream Team, вы должны понять, что маркетинг любой компании вы начнете понимать только тогда, когда начнете зарабатывать по этому маркетингу. Никогда маркетинг с наскока, с презентации не понимается. Я был во многих компаниях, был во многих проектах, и когда я смотрел презентацию, только тогда, когда я начинал зарабатывать, отсюда прилетела денежка, отсюда денежка прилетела. Я такой, блин, откуда это? И ты задаешься вопросом, а откуда вот эта копейка прилетела? А откуда вот это? Откуда? И ты уже начинаешь понимать, как работает маркетинг. Вот. Особенно для тех людей, кто еще не работал ни разу в подобных маркетингах, да, то есть вам будет сложно. Но вы должны понять, что аналогов этому маркетингу нету, ничего подобного на рынке нету. Это лучший маркетинг с точки зрения КПД, коэффициента полезных действий. То есть есть маркетинги, знаете, с ИБД, имитация бурной деятельности, где люди типа много зарабатывают, на самом деле это просто рисуются доходы. Вот. А есть КПД, когда люди действительно зарабатывают и выводят эти деньги. У нас 100% сеть, по-настоящему 100% сеть. Да? То есть я вам просто могу, как админ, да, то есть как человек, который создает проекты, я вам могу сказать, как делаются проекты. Допустим, если создается какой-то бинар, и говорят, там 100% сеть, на самом деле 50% денег остается всегда в компании, минимум 50%. Да, то есть вот мы недавно делали разбор конкурента, да, то есть конкуренция стимул к росту, это все здорово, да, то есть мы делали разбор конкурента, и там 90% остается в компании. То есть представьте себе, вы пришли, сделали оборот, да, то есть с помощью клиентов, партнеров, там $1 миллион, и $900 тысяч остается в компании, а $100 тысяч уходят вам на выплату, и люди такие, а, классный маркетинг, да, то есть нет, когда мы говорим, что у нас 100% сеть, у нас 100% сеть, то есть все деньги находятся в вашей команде. Если вы сделали $1 миллион оборот, этот $1 миллион находится в вашей команде, понимаете? То есть где 50% минимум вы сразу же вытаскиваете из маркетинга, 50% это как механизм такой, который позволяет больше и больше зарабатывать, да, то есть постоянно бустить партнеров, да, то есть чтобы вы 60, 70, 80% постоянно забирали с маркетинга, да, то есть в том числе до 100%, понимаете, забирали с маркетинга. Итак, поехали. Итак, маркетинг Dream Team, команда мечты, самый жаркий запуск 2024 года. Итак, высокая динамика, командная работа, много переливов. Что у нас с вами есть? У нас с вами есть вход стартовый, да, то есть 10 тонкоинов. Вы можете начинать с 10 тонкоинов, вы можете заходить сразу же на 2 матрицы за 10 и за 20 тонкоинов, вы можете заходить на 3 матрицы, да, то есть это лишь зависит от количества вашего дохода, то есть чем выше средний чек, да, то есть вы должны понять, что в бизнесе, да, то есть, а мы с вами все-таки занимаемся бизнесом, есть понятие средний чек. Если вы приглашаете людей на 10 тонкоинов, вы будете зарабатывать по 10 тонкоинов. Если вы приглашаете людей на 100 тонкоинов, то вы будете зарабатывать за одно и то же действие в 10 раз больше. Тут вопрос в том, насколько вы цените свое время, да, то есть, но также важна понятие экспертность, да, то есть, чем выше ваша экспертность, тем больше средний чек вы можете делать, да, то есть, в конечном итоге, если вы новичок, вы можете приглашать людей только на 10 тонкоинов. Когда вы уже получили первый результат, заработали деньги, да, то есть вы можете легко поднять свой средний чек до 100 тонкоинов и говорить о том, что, слушай, у меня в команде супер классная стратегия, супер классные инструменты, результаты, да, то есть, но я беру людей только тех, кто заходит от 100 тонкоинов, да, то есть ты просто за одно и то же действие начнешь зарабатывать в 10 раз больше только тогда, когда ты получишь экспертность, станешь профессионалом этого маркетинга. Итак, есть у нас 9 столов матричных, да, то есть всего 9, которые пролетают просто вот так вот, на раз-два. Для того, чтобы переходить с одного стола на другой, тебе необходимо заполнить всего лишь 2 места под собой. То есть это называется апгрейд. Когда вот здесь заполнилось место и здесь заполнилось место, ты с D1 переходишь непосредственно на D2. Как только на D2 заполнилось 2 места, ты переходишь на D3. Как только на D3 заполнилось 2 места, ты переходишь на D4. Соответственно, как заполняются эти места? У нас есть с вами один способ, это активный, да, то есть когда вы приглашаете партнеров, да, то есть когда вы пригласили партнеров, и вся ваша команда всегда следует за вами. То есть представьте себе, что вы позвали, допустим, Олю и Свету, да, то есть вы позвали Олю и Свету, и когда Оля и Света перейдут с D1 на D2, они перейдут к вам.
и у вас, соответственно, заполнятся ячейки на D2, вы перейдете на D3. Как только Оля и Света перейдут на D3, соответственно, вы перейдете на D4. И так далее. То есть вам, по сути, нужно, чтобы двигаться, да, то есть по матрицам активно всего лишь два человека. Всего лишь два человека. Соответственно, первый способ, да, то есть это когда ваши партнеры встают, вы заполняете. Второй способ — это апгрейд, это то, что я показал, да, то есть это когда ваша команда всегда следует за вами. Еще есть компрессия партнеров, да, то есть это когда кто-то с глубины обгоняет своего наставника, да, то есть и летит к вам по компрессии. Есть бустеры от партнеров, бустеры от кураторов и закрытие цепочек. То есть вот эта история с полным пассивом, да, то есть когда вас постоянно бустят, вам помогают вышестоящие наставники, да, то есть в виде таких искусственных бустеров, да, то есть которые двигают вас вперед. Маркетинг суперкомандный, основан исключительно на командной работе, на помощи, на переливах. Итак, мы первые, кто внедрили технологию бесконечной матрицы. То есть бесконечная матрица. Что это такое? Сейчас постараюсь вам объяснить. Я вам говорил, для того, чтобы перейти с одной матрицы на другую, вам необходимо заполнить всего лишь два места под собой. Когда у вас вот эти два места заполнены, да, то есть у вас открывается сразу же бесконечная матрица. То есть когда третий человек, да, то есть третий человек, четвертый человек, пятый и так далее встают в эту матрицу, каждый из них, да, то есть приносит вам в текущем столе, да, то есть выплату 90 тонкоинов, да, то есть и при этом выпускается большое количество бустеров от вас. То есть каждый человек вам приносит выплату и запускает бустеры. Сейчас постараюсь объяснить, что это такое. Итак, у нас с вами есть вот такие вот матрички, да, то есть три ступени. Ступень новичок, ступень резидент клуба и третья ступень — это ступень лидер. То есть в каждой ступени всего лишь по три матрицы. Итак, что у нас с вами есть? У нас с вами есть всего лишь два места, которые необходимо заполнить, чтобы перейти на матрицу D2. Как только вы перешли на матрицу D2, вам необходимо здесь заполнить две ячейки, чтобы перейти уже непосредственно на матрицу D3. И так далее. То есть всего лишь два места. Вот это места, это открывается после того, как вы заполнили вот эти две ячейки. Да, то есть вот эти две ячейки заполнили. У вас открывается бесконечная матрица. То есть для вас теперь эта матрица является постоянным источником дохода, который будет бесконечное количество раз генерировать вам прибыль. 3 раза, 5 раз, 10 раз, 100 раз, 200 раз, неважно. То есть она будет приносить вам прибыль. Смотрите, какой прикол. Во-первых, давайте сейчас объясню, что такое бустеры. То есть что такое бустеры? Бустер — это перелив, да, то есть это помощь команде. То есть есть партнеры, которые могут приглашать очень активно, очень сильно приглашать, да, то есть 3, 5, 10, 20 человек и так далее. То есть и они все время помогают своей команде. Вы должны понять, что с каждой матрицы, да, то есть с каждой матрицы, так или иначе, вы забираете примерно 50% прибыли себе, 50% прибыли себе, 50%. Это ваша прибыль, это ваш доход, соответственно, а 50% уходит на помощь, то есть на помощь вашей команде. То есть смотрите, матрица стоимостью 20 тонкоинов, из которых 10 тонкоинов — это ваша выплата, то есть эти деньги идут вам на кошелек, вы их можете выводить, а 50 идут в бустер. Да, то есть бустер — это значит, что от вас вылетит вот сюда клон кому-то из ваших партнеров, вашему новичку, вашей команде вылетит вот сюда клон. И ему уже не нужно сюда ставить человека, ему достаточно сюда либо поставить буст, да, то есть который будет участвовать в закрытии цепочек, либо поставить ему человека. Если он ставит сюда человека, приглашает, да, то есть одного человека пригласил, он автоматически переходит к вам. Если у вас, соответственно, ноги апгрейдные и закрыты, он перейдет к вам в бесконечную ногу и опять принесет вам выплату 10 тонкоинов, да, то есть вы ему бустер отдали вот этот за 10 тонкоинов, он ушел сюда. Он перешел к вам сюда, и вам 10 тонкоинов вернул обратно. И от вас вылетел буст следующему человеку. И так далее. То есть процесс зацикливается, да, то есть когда вы постоянно 50% забираете с каждой матрицы себе, да, то есть 50% с каждой матрицы себе, а 50% уходит помощь команде. Да, то есть вот пример сейчас приведу. Смотрите, у вас есть всего лишь, давайте допустим, у вас есть всего лишь... Ну, допустим, 3 человека, да, то есть образно. Вы пригласили всего 3 человек в этот маркетинг, образно. Вы прошли уже, допустим, ваш куратор вас протянул на D5. То есть ваш куратор вас протянул на D5.
Что значит протянул на D5? То есть как, каким образом можно протянуть? Да, то есть, к примеру, вам сюда вылетает буст в левую ногу, да, то есть каждый раз вам вылетает буст в левую ногу. Откуда он вылетает, сейчас я вам покажу. Да, то есть сейчас я вам покажу, неважно. То есть у вас левая нога закрыта за счет бустов. То есть это перелив от наставника, это помощь от вашего наставника. У вас есть три человека, один из которых вам встает вот сюда. Да, то есть вам встает в апгрейдную ногу. То есть он вам встает в апгрейдную ногу. Да, то есть все. Мы про него забыли, да, то есть он нам для того, чтобы перейти на более дорогой стол нужен был. Да, то есть неважно. Оставшиеся два человека, да, то есть два человека, они будут лететь к нам в бесконечную ногу. То есть каждый раз при переходе, да, то есть эти два человека будут приходить к нам в бесконечную ногу. И то есть мы два раза, то есть мы два раза получим по 10 тонкоинов с этих людей. Потом с этих же людей получим два раза по 20 тонкоинов. Потом с этих же двух людей получим два раза по 40 тонкоинов. Потом два раза получим по 80 тонкоинов. Потом эти люди перейдут в клуб. Потом мы получим два раза по 340 тонкоинов. Два раза по 470. И три раза по 1000. Да? То есть, потому что у нас три человека в первой линии. То есть, если хорошо работает дубликация в глубину, да, то есть, если хорошо работает дубликация в глубину, то, соответственно, у нас все три человека перейдут в D9, и мы три раза еще получим по 1000 тонкоинов. С одного человека, то есть с одного человека, вы получаете минимум 2000 тонкоинов с матриц. То есть с матрицы 2000 тонкоинов. 2000 тонкоинов сегодня с одного человека, да, то есть это примерно 4500 долларов. 4500 долларов. Но завтра, когда курс будет стоить уже не 2 тонкоина, да, допустим, не 2,5 тонкоина, а 25 долларов, да, то есть он просто вырастет в 10 раз, то это уже не 4,5 тысячи тон, 4 долларов, а 45 тысяч долларов. То есть это уже стоимость квартиры, машины, да, то есть то, о которой вы мечтаете или хотели бы. Согласитесь, неплохо. То есть, ну, а у вас 3 человека перешли, и это уже не 45 тысяч, а это там 130 тысяч долларов и так далее, то есть в будущем, может быть. Вот, ну даже если не в будущем, даже уже сейчас там 12 тысяч долларов, ну согласитесь, неплохо. То есть, короче, смотрите, простыми словами. Вы должны понять, что с каждой матрицы, с бесконечных ног, вы забираете 50% себе на выплату, зеленая ячейка. Фиолетовая ячейка – это помощь вашей команде. Опять, зеленая выплата себе, 50% в команду летит. Опять, 50% забрали себе, 50% летит в команду. 50% забрали себе, 50% в команду. Здесь у нас формируется клуб, люди переходят в Dream Team. Здесь уже история про более большие доходы, то есть люди получают новый инструмент, открывают для себя новый инструмент. И в рамках Big Money Club могут получить автобонус. Соответственно, в лидерской ступени вы уже получаете здесь не 50%, а 70%, да, то есть представьте себе, то есть выплата 70%, остальные летят в бусты, то есть в вашу команду. То есть вы и сами заработали, и команде помогли. Опять то же самое на D8, то есть заработали и бусты опять вылетели в команду. На D9 с каждого человека, который перешел, 1000 тонкоинов заработали и, соответственно, вылетело большое количество бустов в вашу команду. То есть еще раз, 50% вы забираете себе, 50% отдаете на помощь команде. Всегда. Да, то есть вот это вы должны понять. Когда у вас открыты все 9 матриц, то вы будете зарабатывать бесконечное количество раз. То есть, чем вы активнее находитесь в этом маркетинге, тем больше тонкоинов вы можете зарабатывать. Но заработок с матриц – это лишь первая ступень, можно сказать. То есть, смотрите, вот то, что вы зарабатываете, вот эти вот, смотрите, десятки тонкоинов, да, то есть десятки тонкоинов вы зарабатываете, сотни тонкоинов вы зарабатываете. Это доход с матриц. Это доход с матриц, и это всего лишь первая ступень. Это всего лишь первая ступень заработка тонкоинов. И я скажу так, что это не самая такая прибыльная даже ступень. Да, вы зарабатываете прикольно, но это не очень большие деньги. Вторая ступень у вас открывается, когда ваши партнеры активируют линейный маркетинг. Потому что это матрично-линейный маркетинг. Да, то есть и у вас открывается вторая ступень. Это линейка. Да, то есть линейка, в которой вы можете зарабатывать уже тысячи, десятки тысяч, то есть тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч и миллионы тонкоинов. То есть вот здесь по-настоящему большие деньги. Когда вы формируете большое количество людей в матрицах, у вас растет глубина.
То есть, что такое глубина? Я позвал Васю, Вася позвал Петю, Петя Свету и так далее. То есть, вот все деньги в широкой юбке. Да, то есть, потому что сетевой бизнес – это вот люди в глубине, скажем так. И вот здесь у нас получается 6 уровней линейного маркетинга, где с первого уровня вы получаете 50 тонн коинов, с промежуточных уровней по 5 тонн коинов, и с последнего уровня вы получаете 25 тонн коинов прибыли. И вот самое широкое место, да, то есть вот там, где юбка расширяется максимально сильно, вы с этого максимального расширения получаете по 25 тонн коинов. И получается, что вы можете зарабатывать десятки, сотни и миллионы тонн коинов. Но смотрите, какой момент. У нас линейный маркетинг активируется 3 раза. То есть раз активируется, два активируется, три активируется. То есть один человек потенциально может активировать 3 раза линейку. Да, то есть 3 раза линейку. Это значит, что то есть вот здесь дубликация по 3. То есть представьте, вы пригласили 3 человек, но каждый из них по 3 раза активировал линейку. Это значит, что мы этот доход умножаем просто на 3. И при дубликации всего лишь по 3 человека на 6 уровней глубины мы получаем уже не 20 тысяч тонн коинов, а 60 тысяч тонн коинов. Смотрите, 60 тысяч тонн коинов сегодня это сколько? Это примерно 150 тысяч долларов. 150 тысяч долларов это сегодня. А вы всего пригласили 3 человека. То есть вы всего пригласили 3 человека. Это 150 тысяч долларов сегодня. Но когда курс будет стоить 25 долларов, то это уже 1,5 миллиона долларов. То есть 1,5 миллиона долларов. Можно ли пригласить 3 человек в этот маркетинг, которые сделают то же самое? Я думаю, что можно. При этом вы из матриц заработаете с каждого из них. То есть смотрите, вы из матриц каждого из них заработаете, да, то есть вот первая ступень, про которую я вам говорил, заработок с матриц. Вы с каждого из них можете заработать по 2000 тонн коинов с этих 3. Здорово, здорово. Но если эти 3 человека будут расти глубину, то вы уже будете зарабатывать десятки и сотни тысяч тонн коинов. А если вы не 3 человека пригласите, а всего лишь на 2 человека больше, то есть не 3 человека, а всего лишь на 2 человека больше, то есть 5. Ну, всего лишь на 2 человека можно больше позвать. Что такое на 2 человека? Это значит, что уже не 410 тысяч тонн коинов, а умножаем на 3, да, то есть потому что один человек приносит 3 раза выплату. Это уже 1 200 000 тонн коинов. 1 200 000 тонн коинов уже сейчас, да, то есть по курсу. А это значит, что в долларах это примерно 2400, 2800, да, то есть по текущему курсу это 2 800 000 долларов, 2 миллиона 800 тысяч долларов по текущему курсу. Либо, если курс вырастает в 10 раз, это 28 миллионов долларов. Это 28 миллионов долларов. Скажите, вам 28 миллионов долларов хватит, чтобы обеспечить себя, детей, внуков, правнуков? Я думаю, что этих денег более чем достаточно, чтобы создать сильное наследие. Так вот, это всего лишь 5 человек в первой линии, которые повторят вас и сделают то же самое на 6 уровней глубины. Вот здесь это вторая ступень заработка. У нас еще есть третья ступень заработка. То есть мы говорим о том, что да, то есть вот еще раз. Первая ступень. Это заработок с матрицы Дрима. Матрицы Дрима. Почерк ужасный. Да, то есть до 2000 тонн коинов с человека. Вторая ступень. Это линейка, которая трижды, то есть вот чем больше у вас людей в матрице, тем больше у вас пассивный доход. Потому что там доход вы уже можете не контролировать. То есть растет команда, люди сами регистрируются, вы не контролируете. Вы просто получаете смс-ки в бота о том, что вы получаете по 5, по 10, по там, 25 тонн коинов с линейного маркетинга. Соответственно, третья ступень. Третья ступень, она тоже очень прибыльная. Третья ступень называется клуб. Потому что у нас вот здесь... Да, то есть вот здесь называется резидент клуба. И на D6, и на D7 вы попадаете уже непосредственно в клуб. Это Big Money, Big Game, клуб миллионеров. Если коротко, вы из маркетинга Dream Team переходите в клуб миллионеров. Здесь у нас своя собственная движуха. Да, то есть это большие деньги, большой доход. Здесь у нас также есть линейный маркетинг, да, то есть у нас здесь также линейный маркетинг на 6 уровней глубины.
У нас с вами здесь есть уже своя другая матрица, да, то есть своя другая матрица. И у нас есть автобонус, да, то есть автобонус, когда вы проходите эту матрицу, а ее пройти очень легко, да, то есть вы получаете автобонус. 15 тысяч тонкоинов на покупку автомобиля, да, то есть при этом у вас запускается система бесконечной матрицы, да, то есть когда вы с каждого человека, который приходит уже после автобонуса, получаете по 5 тысяч тонкоинов, да, то есть 5 тысяч тонкоинов с одного человека, которого вы довели до конца автобонуса, точнее привели его в третью матрицу, то есть здесь всего три матрицы, вот. Вы получаете автобонус, у вас активируется командный маркетинг, да, то есть на 6 уровней глубины среди тех партнеров, кто переходит на матрицу А2, у вас формируется линейный бонус, да, то есть плюс вы с каждой матрицы зарабатываете. То есть здесь всего 3 матрицы. На матрице А1 вы получаете 450 тонкоинов на выплату, вот 450. На матрице А2 вы получаете 2500 тонкоинов на выплату. И на матрице А3 вы получаете 15000 тонкоинов или автобонус. У нас уже в январе месяце будут партнеры, которые будут забирать автобонусы. Понимаете, о чем я? И здесь тоже есть линейный командный бонус. Как работает этот маркетинг, мы с вами сегодня об этом не будем говорить. Потому что мы с вами сегодня говорим про маркетинг Dream Team. Да? То есть маркетинг, который запускается вот-вот в ближайшие дни. Но в любом случае, это третья ступень, да, то есть где сосредоточены самые большие деньги. И все, что вам нужно, да, то есть ваша команда всегда следует за вами. Вы начинаете формировать команду, вы начинаете зарабатывать с матриц, да, то есть ваши партнеры двигаются за вами, они переходят все матрицы, да, то есть вы быстро проходите ступень новичок, потом летите на ступень резидента, да, то есть здесь уже у вас идет переход в клуб, ваши новички переходят в клуб. Вы переходите уже на лидерскую ступень. В лидерской ступени у вас активируется здесь линейный маркетинг. Все партнеры начинают активировать линейный маркетинг. Да, то есть и в конечном итоге у вас активированы все 9 матриц. И это значит, что у вас как минимум 9 источников дохода в маркетинге Dream Team. То есть каждая из этих матриц теперь вам приносит только доход, только прибыль. Плюс вы зарабатываете с линейного маркетинга постоянно доход. Плюс вы зарабатываете из клуба, где в клубе свой командный бонус, линейный бонус, автобонус, да, то есть где куча плюшек, куча подарков. И вся ваша команда степ-бай-степ двигается за вами маленькими шажочками к большим деньгам, к большим возможностям двигается. Вот. Я вам говорил о том, что у нас привязан продукт, да, то есть у нас привязан продукт. Давайте я вам покажу, смотрите, что у нас с вами есть. Давайте я вам сейчас покажу магию. Хотите, покажу магию? Смотрите. Когда вы активируете маркетинг Dream D1, вы получаете 2 курса использования сервисов на 2 месяца и 2 розыгрыша в нашей лотерее. Когда вы перешли с D1 на D2, у вас открылось еще плюс 4 курса, плюс 4 месяца, плюс 4 билета и плюс классный марафон по рилсам. Когда вы перешли с D2 на D3, вы получили плюс 6 курсов, плюс 6 месяцев, плюс 6 билетов и первый блок открылся. Потом вы переходите с D3, переходите на D4. Вы получаете плюс 8 курсов, плюс 8 месяцев, плюс 8 билетов, плюс второй блок в Академии открывается. И так далее, да, то есть давайте посмотрим, вот, допустим, вы перешли на D5, да, то есть на D5. Вы находитесь на D5, вы получаете суммарно 10, 18, 24, 28, 30 курсов на 30 месяцев, то есть на 2,5 года использования наших сервисов, да, то есть получаете 30 ставок. И вам почти открывается вся академия бэка, курс от новичка до профессионала. То есть, когда вы открываете первые D5, да, то есть, представьте себе, вам открывается вся академия наша, вам открываются сервисы, дается куча вот и все. Что такое D5? Давайте вот сейчас с вами поговорим, что такое D5. Смотрите, вы перешли сюда, то есть, вы активировали D1, да, то есть, для примера, вы активировали D1. Пока вы начинаете разбираться, смотреть, как это работает, вам от вашего наставника, да, то есть прилетает вот сюда буст, то есть в левую ногу. Прилетает буст, он вам закрывает левую ногу. Ваш наставник может делать это, а может не делать, да, то есть, но мы говорим про то, что это ступень новичок, да, то есть, и в этом страшного ничего нету, что наставник вас протаскивает дальше, вот, наоборот, это помощь наставника, вот, и плюс функционал закрытия цепочек, сейчас я вам тоже покажу эту историю.
То есть, что происходит дальше? То есть, ваш наставник может вам за собственные деньги вам сюда купить за 10 тонкоинов еще один буст. То есть, он покупает сюда за 10 тонкоинов буст. Вы переходите с D1 на D2, попадаете к нему в бесконечную ногу. И он возвращает эти 10 тонкоинов обратно. И при этом от него вылетает еще один буст в команду. Да, то есть, при этом он ничего не потерял. Да, то есть, он вернул эти 10 тонкоинов обратно. Потом от него вам вылетает сюда в левую ногу буст D2. Соответственно, он вам опять за 20 тонкоинов покупает вот сюда место, да, то есть покупает сюда буст, вы переходите на D3, попадаете в бесконечную ногу, он эти 20 тонкоинов возвращает обратно, он опять ничего не потерял, при этом еще один буст вылетел в команду следующему человеку, а при этом вы уже находитесь на D3. То есть вы еще только сидите, разбираетесь, понимаете, как все работает, а вы уже на D3. Дальше что происходит? Вам в D3 в левую ногу вылетает буст. Да, то есть вот вылетает буст от наставника в левую ногу. Он вам опять сюда за 40 тонкоинов покупает место. Вы переходите в D4, он возвращает эти 40 тонкоинов обратно. То есть ничего не потеряв, вы вернули, он вернул 40 тонкоинов обратно. Потом вам вылетает буст на D4 в левую ногу. Вот сюда. Он вам сюда опять за 80 тонкоинов покупает в левую ногу ячейку. И вы, соответственно, совершаете апгрейд на D5, он возвращает эти 80 тонкоинов обратно. И в конечном итоге вас наставник протянул до D5. Соответственно, вы еще никого не пригласили, Вы получили 30 курсов, вы получили доступ к Академии Бека, которую он отдельно продает за 100 тысяч, за 1000 долларов отдельно продает. Соответственно, вы получили доступ к сервисам на 2,5 года. Скажите, у вас не будет эффекта вау. То есть представьте себе. И самое главное, что у вас, вы еще никого не позвали, у вас все апгрейдные ноги закрыты. То есть вам не нужно закрывать эти апгрейдные ноги. Это значит, что с каждого человека, которого вы пригласите, вы сразу же начнете зарабатывать. То есть каждого человека, который будет совершать апгрейд в вашей команде, вы пригласили, он делает апгрейд, вы начинаете зарабатывать. То есть, почему мы и называем вот эту ступень новичок, да, то есть, потому что здесь максимальная помощь, чтобы не было возни вот на этих мелких матрицах, чтобы человек сразу получал продукт, результат и мог сразу же переходить в клуб, потому что все деньги, да, то есть все большие деньги, они все-таки находятся у нас первое в клубе, во втором на лидерской ступени, да, то есть вот здесь большие деньги. То есть от того, что наставник проинвестировал там деньги в вас, да, то есть вышел в ноль, как бы ничего не заработал на этих мелких ступенях, но он на более дорогих матрицах заработает, потому что весь доход-то вот здесь, понимаете? То есть, когда мы говорим, что ты с одного человека получаешь, ты получаешь 2000 тонкоинов, да, то есть 2000 тонкоинов. Но большую часть из них ты получаешь как раз-таки на лидерской ступени. 1470 и 340, это у нас 1810. То есть 1810 тонкоинов ты получаешь именно на лидерской ступени. А 190 там, да, то есть на мелких ступенях. Да бог-то с ним. Верните эти деньги партнерам, новичкам, пускай они, соответственно, двигаются на более дорогие столы, а вы заработаете с лидерских ступеней. Почему лидерская ступень важна? Потому что здесь активируется линейный маркетинг 6 уровней глубины, потому что люди переходят в клуб, и вы начинаете забирать автобонус, получать действительно большой результат, и в клубе начинаете зарабатывать больше денег. Понимаете, поэтому очень важно протягивать всех, вот, как раз таки, чтобы люди стремились на лидерскую ступень, а дубликация совершается, то есть они в свою очередь своим новичкам помогают и так далее. То есть смотрите, я вам показал прикол, когда вы еще никого не пригласили, вы уже находитесь на D5 и при этом получили супер много продукта. Классно? Но будет ли это эффект вам? Будет, я думаю. То есть, ну, как бы, поэтому это самый командный маркетинг, это самый денежный маркетинг, который только может быть. Да, то есть это маркетинг, основанный на помощи. Теперь фаталити, как Mortal Kombat. Фаталити, как Mortal Kombat. Мы с вами не продаем продукт. Мы с вами не продаем маркетинг. Мы с вами продаем систему. У нас есть система 5 шагов, которая гарантирует вам, что вы получите результат. Эта система делает за вас 98% действий. Эта система помогает вам рассказывать людям и растить команду, да, то есть рассказывать про маркетинг, систему, вот это все. То есть как это выглядит все, давайте я вам покажу наглядно. У нас есть с вами вот такая вот история. После того, как вы активируете маркетинг, после того, как вы активируете, забронируете место сейчас, вы получаете вот такого вот бота. Так, прошу прощения, сейчас не видно. Вот.
Вы получаете вот такого вот бота, в котором вы через который, да, то есть точнее через который вы можете перейти непосредственно в гостевой чат, да, то есть секунду. Интернет у меня слабый. Короче, через этого бота, вот, то есть, вот, через этого бота вы можете попасть в гостевой чат, либо в рабочий чат, да, то есть, либо приглашать, то есть, у вас может быть вот такая вот реферальная ссылка, да, то есть, реферальная ссылка, по которой вы приглашаете. Это ваша персональная ссылка, которая ведет в бот, то есть, вы приглашаете человека в этот бот. Все, что вам нужно, это взять вот эту свою реферальную ссылку, которая вам будет доступна только после того, как вы активируете маркетинг. И все, что вам нужно, приглашать людей в бота. Одного, двух, трех, пять, десять. Чем больше людей пригласили, тем лучше. После того, как вы пригласили человека в бота, вы дальше видите все шаги. То есть вот ваш партнер перешел по реферальной ссылке, вот он активировал реферальную ссылку, вот он перешел в гостевой чат, вот он перешел в рабочий чат и так далее, и так далее. То есть вы видите каждое действие, что происходит в боте, да, то есть не обращайте внимания, что это одни и те же люди, да, то есть мы тестировали просто этого бота. Так вот, вы берете ссылку и распространяете ее. Дальше что вам нужно делать? Ничего, система делает все за вас, все. То есть все свои 2% вы сделали. Все, что вам нужно, взять свою реферальную ссылку, да, то есть реферальную ссылку, и распространить ее как можно большему количеству людей. Больше от вас ничего не требуется, все. То есть, ну, взяли ссылку, распространили. Дальше человек попадает в гостевой чат. В гостевом чате у нас каждый день проходят презентации. Каждый день проходят презентации. Да, то есть вот здесь автоматически появляется картинка среди тех людей, кто бронирует. Бронируют обычные люди разных профессий, разных возрастов, с разных уголков мира. Максимально экологичная у нас такая, ну, чат, где люди общаются, помогают друг другу, проходят разные вебинары. Короче, здесь с людьми общаются, людям помогают. Да, то есть постоянно происходит какая-то движуха. И мы только начали. То есть мы только начали, да, то есть начали. И сейчас, когда маркетинг запустится, мы сейчас на предстарте находимся. Здесь будет у нас презентация два раза в день, утром, вечером. Сюда будут лететь чеки уже не с активацией, да, то есть маркетинга, а уже заработком. Сколько людей заработали, да, то есть сколько люди заработали, чего заработали, прям результаты будут людей. Лидеры будут записывать кружочек. То есть смотрите, все лидеры объединились вокруг одного гостевого чата. Все добавляют в один гостевой чат, и мы все работаем на этот гостевой чат. Люди с результатом разные, то есть под разным соусом презентуют маркетинг, продают маркетинг. И люди, которых вы пригласили в этот гостевой чат, могут только по вашей ссылке зарегаться. То есть они регистрируются по вашей ссылке, да, то есть после этого получают ссылку на точно такого же бота и могут попасть в наш уже рабочий чат. В рабочем чате у нас проходят разборы маркетингов, разборы стратегий, да, то есть различные презентации. То есть мы уже работаем конкретно над стратегиями, да, то есть работаем конкретно над, как сказать-то, над маркетингом, да, то есть и вы получаете ответ на все вопросы. Понимаете? То есть все, что вам нужно, то есть все, что вам нужно, это взять ссылку, пригласить по ней как можно больше людей. Дальше система делает все за вас. Она презентует лидеры под разным соусом, плюс люди скидывают свои результаты, картинки летят и так далее. Человек принимает решение, активируется, берет ссылку, повторяет вас, и при этом попадает в рабочий чат, где с ним работают. Вам не нужно ничего делать. За вас все делает система, понимаете? То есть система автоматизации, система пяти шагов делает 98% действий за вас. Все, что вам нужно сейчас, это принять решение, стать частью нашей команды, не упустить возможность. Взять ссылку на бота, пригласить в этого бота как можно больше людей. И все. Все, что от вас требуется, друзья. Так, давайте немножко почитаю ваши комментарии. Я хочу открыть офлайн офис, друзья мои. Обязательно мы сделаем какую-нибудь поддержку офлайн офисов. У нас очень мощный продукт. И я с удовольствием бы офисную программу запустил. Я думаю, что это будет однозначно в будущем. Где лайки, команда? Богдан требует. Богдан требует лайки. Я тоже требую. Николай тоже требует лайки. Лайк, подписка на наш канал. Соответственно, 28 мультов, Роман. Прикинь, да. Всего лишь дубликация по 5. Это 28 миллионов долларов.
Я живу в Литве, мне очень трудно поменять евро на тон. Возможно, это сделать в кабинете. Было бы хорошо, если бы курс тона указывали в кабинете. А, к сожалению, сейчас нет, но в ближайшее время у нас появится P2P-платформа, где партнеры могут помогать обменивать друг другу тонкоины на доллары. Но на самом деле я не вижу проблем. То есть, еще раз, вот я вам показал. Внутри Телеграма у нас же есть вот покупка. То есть вы можете зайти в Телеграм. Вы можете нажать Wallet, вы можете нажать пополнить, допустим, P2P Market, пожалуйста, вы можете банковской картой купить тонкоины, да, то есть вот купить тонкоины банковской картой, и дальше вот у вас здесь вылезет уже оплата, и здесь, мне кажется, вы с любой страны абсолютно можете оплачивать, то есть вы оплачиваете долларами, евро, любой валютой и получаете тонкоины себе на кошелек. И потом с этого кошелька просто пополняете наш личный кабинет. Пожалуйста, внутри Телеграма можно это делать. Dream Team, до запуска маркетинга Dream Team осталось 3 дня. Сейчас у нас предстарт. Предстарт самое лучшее время для того, чтобы зайти. Крипта – это идея, время которое таки пришло, и так по мне, самое время наступило именно сейчас, чтобы успеть максимально во всем разобраться и присоединиться к самой актуальной индустрии. Ром, я с тобой полностью согласен. Есть такая штука, как критическая масса, и вот критическая масса, она уже вот-вот достигает. То есть, если поначалу про биткоин узнали только единицы, потом сотни, тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, сейчас уже знают миллионы. И когда критическая масса людей начнет пользоваться технологиями блокчейна, то это значит, что вы уже не успели. А критическая масса людей вот-вот уже подходит. Поэтому у нас с вами есть возможность. То есть я уверен, что в вашем окружении многие не знают, что такое криптовалюта, но слышали и хотели бы научиться этому. Просто они не знают, к кому обратиться, как что. А мы с вами являемся проводниками для людей. Да? То есть мы помогаем людям окунуться абсолютно в другой мир, да, то есть мир высоких технологий, мир будущего, да, то есть где они могут самореализоваться и самое главное заработать на этом. Поэтому, друзья мои, у нас с вами очень классный продукт. Facebook не пропускает ссылку на бота, можете что-то сделать ссылкой. Мы не можем ничего сделать ссылкой, вы можете взять сокращатель ссылок, да, то есть он не пропускает ни саму реферальную ссылку, он не пропускает вот этот наш сокращатель ссылок. Вам нужно просто написать в любой поисковой строке сокращатель ссылок и взять тот сокращатель ссылок, который подходит для вашей страны. Взять нашу рефералку, пропустить через этот сокращатель и все. И у вас любая площадка пропустит. Потому что, допустим, ВКонтакте один сокращатель не пропускает, Facebook другой, в Инстаграме третий, в Телеграме четвертый. То есть здесь нужно под социальную сеть, да, то есть выбирать сокращатель ссылок. Уникального нету, который подходил бы всем. Вот. Так, все, друзья мои, спасибо большое. Я благодарю, благодарю, благодарю всех, кто пришел сегодня на презентацию. Я говорил о том, что максимально быстро, вот, ну, больше часа с вами чуть-чуть провели. Я надеюсь, что вы примете правильное решение, станете частью нашей большой команды. Возможность, которую вы не имеете права упускать. Все, что вам нужно сейчас, это принять решение и сказать себе, я готов, я хочу, у меня получится. А мы окажем вам всю необходимую помощь. Все, что от вас требуется, это желание. Дальше мы все сделаем за вас, поверьте мне. Объясним, расскажем, введем в курс дела, соответственно, и аппетит появляется во время еды, самое главное. Поэтому принимайте решение, напишите тому человеку, кто пригласил вас на презентацию, пускай он вам скинет ссылку, заведет по стратегии, потому что многие команды работают именно по собственным стратегиям. Все, что вам нужно, слушать наставника, человека, который у нас уже с нами давно, да, то есть какое-то время, день, два, три, неделя, две, неважно, да, то есть для того, чтобы человеку пропитаться и понять, какая стратегия максимально эффективная будет для работы. Вот, поэтому все, что вам нужно, забронировать маркетинг, взять ссылку от бота и пригласить в этого бота как можно больше людей. А дальше все будет расти, и заработок, и все будет уже без вас. Вот, друзья мои, все. Спасибо большое, всем хорошего дня.